здесь. Милики тоже будете стоять здесь. Давайте в звездочку собрались. Бурундучок, иди сюда. Дриена тоже встань сюда. Протополдин будет вот где он сейчас стоит, естественно. Это кружок стоит там. Смотрите, кидается первая чума. Что мы делаем? Мы выносим ее вот сюда, вот куда я бегу. Хоп, все, диспелли, человек вернулся. Кидается вторая чума. Мы выносим ее к портополадину. Вот сюда вот. Диспелли вернулись. Кидается третья, четвертая, пятая, миллионная чума. Мы выносим ее вот сюда вот. Все в сторону выносим. Если что, последнюю чуму вынесем в трэш, чтобы трэш быстрее залился. Дальше идет переходная фаза. Все встаем на платформу, кроме шипешек. Шипешки стоят вот тут, вот, дамажат лича. И, естественно, дамажат еще сферы, которые на нас летят. Это очень просто. Все в одной пати, поэтому должны нормальными быть. Вульгримс, ты кидаешь на переходной фазе щиток свой на Слипсон Онликса, Лизни Тотем на Флипца, Крузенштейн на Козыря. Щит земли. Вот. Что еще? Шары это только физический урон, что им даст. Они отлетят от нас. По идее должны захилить друг друга шпешками. Ну должны, но все равно, если что, главное захиливайте всю вторую пати. Дальше, у босса там, а вот, шпешки, когда будут дамажить на переходной фазе, у мутанта будет очень мало агра. Поэтому все шипешки стойте подальше от лича, и все ханты потом будете напуливать. Блядь, всех аукционеров поубивали нахуй. И в подгороде, да, блин, и у нас в Долоранпорт. Я в Долоране куплю. Пиздец. Да не надо, я сам тупешнусь. Присумоньте назад, а. Тыкните. Так, идем дальше. Сейчас вспомню. Вторая фаза, но это изи тактика. Что там, валик станем. Убиваем валик и тому подобное. У босса будет уже процентов 60, может быть 55, поэтому мы быстро его переведем на третью фазу. На третьей фазе шпшки тоже так же. И далее что сказал, так же, короче, стоите, бьете лича. Ну, вроде бы все. Потом мы будем давать умирать пацану в комнате, либо нет? Я считаю, это бред. Хорошо, это бред, значит мы также все захиливаем. Каждого человека, которого кидает в комнату, мы захиливаем. Как только появляется... Нет, лучше его не захиливать, лучше от минус духи, плюс ДПС к лечу, там будет не 4 волны, а там 2 или 3, например. Хорошо, одна, тогда... Да? Хорошо, тогда мы не будем захиливать человека в комнату. Хилы, вся пятая пати, вы услышали? Мы не будем захиливать пацана первого, который будет кидаться в комнату. Там шаманы волной не хилят, а пробуждение древних будет оставаться. Вообще, да, ничего не кастуйте в это время. Только танков хильте там малой вспышкой. Все. Когда будут... Скажи, что тут уже под точку поставили, что на краю потом, чтобы туда слетались, блядь, все в разные стороны. Шапешки, смотрите, где я буду стоять. Вот тут вот будете стоять. Сейчас поставлю, короче, на слепон лексометку. Шапе, подойдите ко мне. Кому символ надо, алё. Кругу, кружку подойдите. Флипцу дайте трейд, он кинет обмен. Слышь, покупайте там символы, клики банки, там, по-моему, 5 символов есть на аукционе, если шо. Ты чё так долго в целка? А чё вы кончили? Спасибочки. Это самое, менять на какой символ? Слиянец тьмой. Так, ладно, по мане, короче, хлопчик, заливаешь маны Вульгримсу, Хоид Старфолд, заливаешь маны... Кому же? Лизни Тотему, короче, будешь заливать. Залил. Да не сейчас. Танки у вас нормальные вещи? Портхолодин вроде нормальные вещи, ладно. Все, вроде все поняли. Первую чему выносим сюда, вот где я, еще раз, пацаны, девочки. Вот сюда, вот где я прыгаю, выносим сюда. Вторую чему в трэш. Я буду говорить это еще на протяжении всего рейда. Все, чек на пул. Вон, костер стоит, костер выносит чему. Рост на второй фазе мы не даем, оставляйте ее на третью фазу. Серсейк, готово? Все, все готовы. Готовы. Запустил лича. Милики, стойте сразу в звезде, не надо вам идти бить лича. Мы подобьем РДДшки, все будет хорошо, не парьтесь. Прибыли, наконец. Танки, наденьте чешки, чтобы у вас было больше этого, брони. Танк, надень чешку. Вместо... Почему только один раз диспелит и потом диспелит...
Так, тихо, чему? Кому я больше всего доверяю в рейде? Это Sleep Only. Ты подиспелишь чему? Постараюсь. Ладно, Холи Пал, тогда подиспелишь чему ты, окей? Все, хоть только Холи Пал диспелит чему, все остальные идите в жопу. Это типа Sleep Only со сарказмом было, да? Не, ну я типа с ним оренил, нормальный пацан. Выпейте фласки все на СПД. У меня и нету, поэтому я не буду пить. Я выпью на крит. Стой, у тебя щупальца есть, да? Боже, я с ними. Подожди, надо в инвиз уйти. Все. Подбиваем лича до 85%. Первую чму в сторону, влево. Рэш никто не подбивайте, потому что там чума, она и так очень будет хорошо дамажить. В сторону, кощуга. Далеко убегаешь, диспел его. Кто-то побежал. Не надо так больше чуму выносить. А на сколько? 70, да? 70% переходка? Да. Все, 71%. Следующую чуму в трэш. Протопол 1, отведи немножко трэш подальше. Назад, молодец. Все, хорошо. Чума 4 секунды. В трэш. Да? Забери маленький на себя роял в трэш. Диспел роял, да. Все, хорошо. Все, милики, идите все в звезду, стопайте, не бейте больше босса. Лича никто. Стопните в лича, никто не бейте. Чисто там Ваня варенька подбивай и все. Под аурой. Следующую и остальные чумы в сторону выносите. Протопол 1 станет шаркающим, чтобы они тебе не дамажили. Ханты, снимайте иступление. 5 секунд до чумы, 3 секунды. 2 секунды. В сторону ее надо вынести. Вульгримс в сторону. Ханты, снимайте иступление шаркающим. Помогайте рейду. Заражение захилил. А сколько должно быть чумы стаков? 30. Хорошо. Следующую чуму в сторону. 5 секунд. В сторону. 2 секунды, 1 секунда. Серсея. Кощуга, молодец, кончен. И нету ее в рейде. Не волнуйся. Сколько там стаков кто-то видит? Почему так много трэш вообще? Сейчас рыб кто-нибудь. Есть чума, есть. Есть, Войт. Следующую чуму в сторону, 5 секунд. Третий шаркующий, забирай. Хоть не помогай, ступенья снимай. 1 секунда, в сторону, файтроль. Диспел. Забирай маленький. По рейду. С меня мелких забирай. Можем выйти, в принципе, в трэш, не? В следующую. Нет, смысла нету. Тогда сейчас. В сторону. Захил танка, главное, бубельку захил. А, до чему 8 секунд. Блять, забираешь мелкий, кидаешь в них тарелку. Протопал. Да пусть пока что на рейде сидит. В сторону, флипец. Все отлично. Телепондекс, подбей босса. Можете ману начать заливать шаманом. Заливайте маны шаманом. Флипец, гимноману, все остальные не надо. Ой, я пока жезл покачаю. В сторону, 2 секунды. Боль, выноси. Диспел, боль. Видите, сколько там чумы? Не, поддавай против. 23. Сука, еще долго? Сколько чумы? 23. Хорошо, 8 секунд чума. Давайте в сторону. Короче, по сути, можно уже переводить, потому что она нормально. Не, куда? В сторону. 27 стак, сейчас переводим. Нормально. Вон, давайте переводим босса. Дайте каплю на БДК. РДКхи переводим. Чума 10 секунд. Если еще в трэш выносим.
Почему в треш, если пробка? 4 секунды. Ладно, все, все. ШПшки бейте лича. Все в кружок ШП встаньте. Ханты иступления снимайте. Не забирай бьем мелкий треш, он так зальется. Играйте там, что там я иступление снимаю там. 27 чумы. Там дайте ему танк, потом капта сейчас будет ловить. Бьемся гневного духа, кружок. Все, пол свободен. Лиена, блин. Маленький, залейте. Дух. Все, долили кружок. Запал, забирай круг. Пышки на краю останьтесь. Давайте все идем в звездочку. На пул на мутанта, на пул на мутанта. ШПшки, снимите агро. Идем в звезду, бьем духов. Ой, этих вампиров. Уе станы давайте, главное. Давайте первую бьем, вторую бьем, третью бьем. Разбили валик. Осквернение сразу вынесли. Ушли все, отвали уже милики. Осквернение. Графит, хорошо. Все, бьем дальше луча. На скип переходка. 40. Еще в центр отведи. Так, идем все в звезду, РДД. РДД, милики, в звезду. Отверни лича от нас. Совпадает. Осквернение к трону выносим. Осквернение в трон, пацаны. Очень опасное осквернение. Фелькин, главное, разбивайте. Бьем, бьем валик. Одна валька вдалеке. Замедлите, трусы, трусы. Ромбик. Переводим лича на краю. Уходим, уходим на край все. Пускай ШПшки также бьют. Да, ШПшки также бьете. Скакнение будет? Нет, не будет. Маны шаманом заливайте, ставьте тотемы. Бьем духа гневного. Я не знаю. Давайте не будем захиливать. Три хилы, готовьтесь. Сейчас будет комната, этого человека не захиливать. СС на мутанта и на БГ. Да, ну тут я раздайте СС. Так, Бугельф, дашь красную каплю на мутанта и сам прожмешься. Пейте нового духа. Но они все дамажат, есть у них минус. У меня нету конфликта. Старого, старого, где подбили. Старого добили, сколько там? 32%. Добили духа гневного. Человека не захиливаем. Че не хилите? А Юра не хилит. Хилите ханта. Не хилите. Все, отлично. Прожимайтесь. Давайте рост. Рост и фулл депайс в лича. Пойду афакашить. Интересно, не сможем? Не, я в комнате буду. Осквернение. Пиалт. Залить надо. Зальем. Готовьтесь, духи. Тоже не захилил. Переключились сразу. Переключились. За глыбой. Чтобы... Такой вариант, просто лича добить и все. Не-не-не, бейте духа. Да, да, нормально, не слышно. Бегайте только от духа.
Все, отлично. Добиваем лича. Вычка валим. Че хорош. Добиваем, добиваем. Че там дух один летает? Баганулся, наверное. Кто летает, а не спустился. Там все исчезли, кроме одного духа просто. Все. Если еще, надо добить его, наверное. Зальем, зальем. Только отбегайте от него. И никто не вставайте раньше времени. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Охренеешь ты, блин, по спецгере. Тебя следует. Там дома бежать, там ваншоты. За этот. С этими духами. По всему рейду, который дамажит. Че за чего была? На личе. Сейчас это сделаю. Ну, понятно. Две сразу. Молодцы. В пучину хаоса. А сирот пойдет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай Димон, мне... смотри, сейчас онлайн какой. Разбить эти оковы. 43, не очень большой. Ну, а тогда было, короче, 32. Он писал, типа, говно онлайн. Что там сделали с духами? Угу. Да? Блин. Сколько там волны было, две или одна? Одна. ДПС-то большой. Сразу залили их. Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Пипец, красавчик. Наконец, опа. Я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины. Тихо, ты как магом так набил духов-то? Да нормально. У меня какой-то переход на вторую фазу идет. Точечно все сделал. Ну, точечно бил, да и все. Ну и бомбы там раскидал. И лут такой же. Рольте Fallen Rush. Погодь, я на кота зайду.